Отойди, отойди, Макс. Саня, лезем вдвоем. Да, да. Маленький ребенок, тяжело. Да. Если что, с меня ребенка я буду. Мы полезем, Максим. Как может, блядь, если не сильно этот стоп? Давай. Хорош, наверное, жить. Максим, я залажу, подаю тебе девочку. Сейчас, подожди. Крепко держишься за дядю. Не бойся, мама. Подождите, я сейчас заеду. Не бойся. Все спокойно. Держи фонарь. Максим, обними ее. Обнимаю. Я сейчас себе лезу. Держись за дядю крепко. Держись. Не, Максим, ты придержи. Придержи. Животное и ноутбук. Хорошо, сейчас я вылезу, заберу. Хорошо. Ничего ж не горит, просто задымление. Я не знаю, да, задымление в подъезд, там невозможно выйти. Я понял, да не переживайте, все, мы на месте. Это потом заберет. Пускай пока будет. Давай, сум. Или с вами пускай будет, или как. Я боюсь. Я сейчас мы за вами сейчас вернемся. Там ноутбук, документы и животное. Хорошо. Максим, пацаны, здесь животное домашнее. Ага. Пускай Андрюха поглядит. Она не хочет спать. Сейчас спустится. Здесь кролик, живой кролик. Кролик, чтобы не проехал. Жека, я сейчас залезу. Ты можешь лестницу немного еще туда прям или нельзя? Тяжело залазить. Девушка я боится. Сейчас чуть левее. Да. Подожди, подожди. Я залезу туда и буду тебя кировать, хорошо? Помогать, да? Надо будет, примешь ее. Сейчас мы лестницу немножко выдвинем. Хорошо, я поставила спортивник. У нас дым, да, очень много. Но пожарня вроде бы нет, но мы сюда зашли и закрыли. Я вас буду принимать. Хорошо. Так, что мне делать? Ставите на стул? Да. Ногой сюда. Попой поворачивайся ко мне. Да. Можно ниже, ну ниже ногу. Ниже. А как мне эту вторую перекинуть? Вторую? Сейчас.
Не спешите, не спешите. Есть. Все. Аккуратно, девушка, держитесь. Держите меня. Да, я держу, но не сейчас, но не я встану, и я буду держаться. Да, все. Да, держите. Левую руку перехватывайте вот сюда. Хорошо. Обувь пошли. Все. Держусь. Не вернусь. У вас много дыма в доме? В квартире много дыма? Максим, я сначала спущусь, а потом мы их, хорошо? Хорошо, да, да. Я здесь. Провода, Джек. Хорош. Немного в окно, да. Секунду, я сейчас поправлю. Еще выше, да? Бля, ебы выше, неудобно. Сейчас я скажу. Максим! Максим! И прям в окно ее хай сюда дает. Сейчас все нормально. Сломали, нормально. Выше и сюда, сейчас, чтобы вам удобнее. Выше, выше, Аня. Ну, блядь. Да, выше. И сюда. Максим. Сань, выдвинуть надо. Держись. Ноги нормально, не зацепятся? Нет. Еще, 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 еще. Да. Хорош. Все, хорош. Да. Хорош. Нормально, нормально, все. Кто вылазит из вас? О, блядь. Вы? А? Тут кроме вас есть кто-то? Да. Давайте. Сань, принимай. Тише, тише. Смотрите, становитесь сюда, держитесь за вот это. Ну давайте. А, блядь, так вот. Всё, всё, конец.
Как у вас, дышать можно? Будете спускаться, нет? Нет. Нет? Все нормально. Все нормально? А пламени нет там? Нет, уже локализация, уже притушили. Да. Вы смотрите, вы закройте вот эту дверь, закройте. Все, и здесь будьте, и будьте здесь. Хорошо? Нет, все. Что? На каком этаже это загорело? На первом, наверное, я не знаю. Все нормально. Ну дышать можно, нормально. Ну все, все, сидите здесь. Что там? Там задымление, да? Да, задымление. Пускай посидят, я им сказал, ничего, лазят в лишний раз на лестнице.